«Идите и во всех народах подготавливайте учеников». Нести благую весть о Царстве Бога. Такое поручение Иисус Христос дал Своим последователям. Эта весть принесла утешение страдающим и подарила надежду на вечную жизнь всему человечеству. Все это будет достигнуто благодаря Царству Богу. В наше время эта весть провозглашается в гораздо большем масштабе. Более 100 лет назад свидетели Иеговы были организованы для этой деятельности. Эту весть они проповедуют на сотнях языков. Они возвещают ее более чем в 230 странах и территориях, утешая миллионы людей в этом беспокойном мире. Бог для нас – бежище и сила. Поэтому мы не испугаемся, даже если земля изменится. Как вы считаете, может ли Бог стать для нас? Это самая грандиозная проповедническая кампания за всю историю. Свидетели Иеговы известны тем, что живут по библейским нормам. Кто такие свидетели Иеговы? Возможно, это ваши соседи. Это те, с кем вы встречаетесь каждый день. Однако наибольшее внимание привлекает их библейская образовательная программа. Как организована их деятельность? Как она управляется и финансируется? США, штат Нью-Йорк. Начиная с 1909 года, здесь находится Всемирное главное управление свидетелей Иеговы, а также самый крупный из 100 с лишним филиалов. В первом веке распространением благой вести руководил совет, состоявший из помазанных духом христиан. Сегодняшней всемирной организацией тоже управляет группа зрелых христиан, руководящий совет. Он назначает другие комитеты, состоящие из свидетелей Иеговы, для руководства всемирным делом проповеди. Филиал включает в себя комплекс жилых зданий, называемый Вифилем. Это библейское слово означает «дом Бога», подходящее название ввиду выполняемой там работы. Семья Вифиля состоит из 1000 духовно настроенных мужчин и женщин самого разного происхождения. Они посвящают добровольному служению свое время и свои таланты. Все, что они делают в Вифиле, так или иначе связано с повелением Иисуса Христа проповедовать благую весть о Царстве Бога по всей земле. Писательский отдел подготавливает духовную информацию в виде журналов, брошюр и книг для всей организации. Проводятся тщательные, глубокие исследования. Информация надежна и достоверна. Цель журнала «Сторожевая башня» состоит в прославлении Иеговы Бога как владыки Вселенной. Она поощряет к вере в правящего сейчас царя, назначенного Богом Иисуса Христа. Журнал утешает всех людей благой вестью о Царстве Бога и наблюдает за тем, как мировыми событиями исполняются библейские пророчества. Журнал «Пробудитесь» показывает, как с помощью Библии справляться с проблемами нашего времени. Он обращает внимание на истинное значение сегодняшних событий, оставаясь при этом политически нейтральным и не превознося одну нацию над другой. И что самое главное,
«Пробудитесь» укрепляет доверие к обещанию Создателя о райской земле. Большую роль в распространении Благой Вести играют переводчики. Журнал «Сторожевая башня» печатается одновременно более чем на 140 языках, что содействует единству этой международной организации. Библия – главный учебник свидетелей Иеговы. Отдел обслуживания переводческих групп помогает в переводе Библии и других изданий на многие языки. Компьютерные программы повышают скорость и точность перевода. Чтобы печатать библейскую литературу более чем на 400 языках, требуется множество наборов символов. Свидетели Иеговы разработали уникальную многоязычную электронную систему фотонабора, позволяющую набирать страницы на нужном языке. Она называется MAPS. Благодаря MAPS люди получают спасающую жизнь литературу на многих языках. Воздействие этой вести усиливается за счет иллюстраций. Держи фотографию и постарайся сделать немножко грустное лицо. В наших изданиях используются не только рисунки, но и постановочные фотографии. Ну что, Джеймс, где у нас будет заголовок? Крейг, по-моему, хорошо. Разве что сдвинуть немного влево. Очень хорошо. А теперь, малышка, давай сделаем очень-очень грустное лицо. Хорошо? Смотри вот сюда. Молодец. Все эти люди погибли. Я вас понимаю. У меня такие же чувства. Хочу предложить вам интересный журнал. Здесь о том, почему происходит несчастье. Издания подготавливаются в электронном виде и рассылаются печатающим филиалам по всему миру. Филиалы печатают литературу и доставляют ее собраниям свидетелей Иеговы в своих регионах. Типографии в разных странах печатают журналы, а также изготавливают книги, основанные на Библии. Самая крупная типография расположена в США, штат Нью-Йорк, неподалеку от города Уолкилл. Самостоятельно свидетели Иеговы начали печатать литературу в 1920 году в Нью-Йорке. Как тогда, так и сейчас их цель – провозглашать библейскую истину. То, что здесь печатается, может означать для читателей жизнь. В Иоанна 17:3 записаны слова Иисуса: «Чтобы иметь вечную жизнь, необходимо приобретать знания о Тебе, единственном истинном Боге и посланном Тобой Иисусе Христе». Чтобы удовлетворять растущие потребности свидетелей Иеговы в литературе, требуются высокоскоростные печатные машины. За год выпускается почти 2 миллиарда экземпляров печатных изданий. В переплетном цехе отдельные страницы приобретают вид готовых книг. На высокоскоростном оборудовании отдельные тетради собираются вместе и склеиваются. Одна только типография в Уолкилле производит почти 1,7 миллиона Библий и других книг каждый месяц. Такая работа выполняется в филиалах по всему миру. Эти книги
больше, чем типографская краска и бумага. Основанные на Библии издания изменяют мышление, взгляды, привычки и характер миллионов людей всех возрастов. В Библии в Евреям 4:12 сказано, что Слово Бога живо и действенно и распознает мысли и намерения сердца. Все выпускаемые здесь издания обращают внимание на книгу, которая чаще других используется свидетелями Иеговы. Это Библия. Священное Писание. Перевод Нового мира. Это новый, точный, понятный перевод Слова Бога, предназначенный для исследования Библии. В начале нашего века число напечатанных экземпляров превысило 100 миллионов. Библейская истина передается не только с помощью литературы, но и посредством аудио- и видеопродукции. Отдел аудио- и видеозаписи выпускает программы на компакт-дисках и DVD на многих языках. Во всем мире они распространяются миллионными тиражами. Одно дело производство аудио-видеопродукции и литературы. Другое дело – ее отправка. Делается и упаковывается подборка заказанной литературы. Затем литература сортируется для доставки. Такого рода работа выполняется как в отделе отправки в Уолкеле, так и в других типографиях по всему миру. Книги изготавливаются во многих филиалах, и все же во всех регионах мира значительную часть литературы необходимо доставлять в другие страны. От начала исследований и написания материала до печати может пройти 2 года. И вот спасающая жизнь литература в пути. When we look around the world today, we certainly can recognize that all mankind are in need of much comfort. Инвалиды по зрению знакомятся с благой вестью благодаря переводу Нового мира и десяткам других изданий, выполненных шрифтом Брайля. Текст, полученный от писательского отдела, переводится в шрифт Брайля и делается тиснение. Инвалиды по зрению могут получать по подписке каждый выпуск «Сторожевой башни», выполненный шрифтом Брайля. С благой вестью могут познакомиться также глухие и слабослышащие. Это возможно благодаря библейским изданиям, переведенным на жестовый язык и записанным на видеоносители. Хотя во многих странах используется американский жестовый язык, библейская литература выпускается более чем на 35 жестовых языках мира. Hello, Sister Clark. Hello. We're with the patient visitation group. Свидетели высоко ценят жизнь и желают наилучшего из возможных видов лечения. Нигде в мире свидетели Иеговы не соглашаются на переливание крови. Их позиция основана на указаниях как из древних еврейских, так и христианских греческих писаний. Для помощи в этой сфере служба больничной информации изучает медицинскую литературу. Отслеживаются последние достижения в стремительно развивающейся области альтернатив переливанию крови. В настоящее время эти альтернативы широко признаются и применяются врачами по всему миру.
Кроме того, служба больничной информации обучает тысячи старейшин, служащих примерно в 1500 комитетах по связи с больницами. Эти комитеты заняты поиском высококвалифицированных врачей, готовых лечить пациентов без использования донорской крови. Проповеднической деятельностью в территории каждого филиала руководит служебный отдел. Значит так, новое вьетнамское собрание. Местные старейшины согласны, районный надзиратель согласен. У вас достаточное количество возвещателей. Что ж, превосходно. Служебный отдел ведет переписку с разъездными надзирателями, а также ежемесячно подводит итоги проповеднической деятельности свидетелей Иеговы. Каждый год образуются тысячи новых собраний, поэтому постоянно требуются новые залы царства. Во многих странах используются передовые, скоростные методы строительства. Стремительный рост числа свидетелей Иеговы требует расширения многих филиалов по всему миру. Как они финансируются? Все расходы покрываются добровольными пожертвованиями. Никаких взносов, десятин или денежных сборов. Следуя библейскому принципу, каждый жертвует столько, сколько решил в своем сердце. Организация приобрела немалый опыт в проектировании жилых зданий и типографских помещений. Этот проект хорош тем, что позволяет полностью использовать ресурсы типографии. Замечательно. Я думаю, у братьев будет неплохой выбор. По моему мнению, вариант «Б» будет отвечать потребностям братьев, и, кроме того, он прекрасно вписывается в застройку. Согласен. Я бы тоже рекомендовал вариант «Б». Прекрасно. В таком случае мы будем разрабатывать этот вариант. Во всех вифильских комплексах мира проводится регулярное техобслуживание, что позволяет экономить средства. Здания и механизмы поддерживаются в хорошем состоянии. Благодаря незаметному для окружающих труду инженеров и рабочих, организация работает без перебоев. Многие приобретают специальность после приезда в Вифиль. Паттерсон, штат Нью-Йорк. Здесь находится учебный центр, благодаря которому библейское обучение доходит до края земли. Здесь размещаются школы для надзирателей, выполняющих различные обязанности в собраниях, районах, областях и филиалах свидетелей Иеговы. Интенсивное библейское обучение на этих занятиях помогает им содействовать делу проповеди в своих территориях. Подобные школы организованы в разных странах для местных разъездных надзирателей. Эти зрелые христиане заботятся о проповеднической деятельности на территории своего филиала. Благодаря этим курсам миллионы людей во всем мире получают последовательное библейское наставление. Здесь также размещается библейская школа сторожевой башни Галаад. Она была основана в 1943 году. Каждый год обучение проходит два класса. Интенсивный курс изучения Библии длится 5 месяцев. Студенты подготавливаются к миссионерской деятельности, проводимой по всему миру. Выступая с докладами перед классом, студенты Галаада делятся результатами многочасовых исследований. Выпуск очередного класса в учебном центре сторожевой башни — это особый день для всех собравшихся.
Много лет назад в одном из наших журналов говорилось, что лучший способ подготовиться к проповеднической деятельности – это подготовить свое сердце. Если в сердце у вас есть горячее желание помогать людям, вы найдете способ это делать. Из Бельгии к нам приехали Ален и Тамара Дюмен. Они тоже отправляются в Индонезию. Эти и тысячи других студентов окончили школу Галаад и приступили к миссионерскому служению. Миссионеры проповедуют благую весть на реках в южноамериканских джунглях. На самолете они добираются до отдаленных деревень, где встречают интересующихся. Библейская истина проникает в самые дальние края. Действительно, до края земли. Мы рады приветствовать вифильскую семью на утреннем поклонении. Вначале зачитаем библейский стих. В Вифиле, как и во многих семьях свидетелей Иеговы по всему миру, день начинается с обсуждения библейского текста. В сегодняшнем тексте Иисус выражает решимость завершить дело Бога. Участвовать в Божьем деле – большая честь. В программу регулярного духовного питания входит личное изучение. В вифильских библиотеках можно найти тихое место для занятий. В понедельник вечером во всех вифилях проходит семейное изучение сторожевой башни. Это помогает вифильцам подготовиться к встречам своих собраний. В проповедническом служении члены вифильской семьи используют издания, над которыми сами же трудились. Вифиль в Соединенных Штатах. Здесь живет большая семья. Кто готовит для нее? Кто стирает одежду? Кто делает уборку? Чтобы члены семьи Вифиля, служители Бога, выглядели опрятно, каждую неделю стираются тонны белья. Усердная работа способствует здоровому аппетиту. 7 дней в неделю кухня готовит питательные блюда. Wir freuen uns, Sie auf diesem Kongress freizugeben. Sie trägt den Titel «Wachsamkeit dringend nötig». По всей земле проходят ежегодные конгрессы. Это важные события в духовной жизни свидетелей Иеговы. Библейским образцом для них служат праздники Древнего Израиля. Приготовления к конгрессам начинаются в служебном отделе. Тщательно продумывается место проведения и масштабы конгресса. Такие большие встречи организуются по всему земному шару. Иногда к местным свидетелям присоединяются делегаты из других стран. Такие международные встречи демонстрируют всемирное единство, основанное на библейских убеждениях и нормах морали. Помимо крупных ежегодных встреч, периодически проходят однодневные или двухдневные конгрессы для собраний одного района, на которые приглашаются от 10 до 20 собраний. Люди всех возрастов делятся ободрительными мыслями.
Звучат здравые библейские наставления, затрагивающие самые разные области. Как придерживаться высоких нравственных норм, избегать соблазнов, укреплять семью и брак. Еще большую роль в формировании христианской личности играют встречи, проводимые три раза в неделю, более чем в 100 тысячах собраний. Там обсуждаются глубокие библейские мысли по различным темам. Школа теократического служения идет на пользу всем. Новым расти духовно помогают не только встречи собрания, но и изучение Библии со зрелым христианским служителем. Итак, Джордан, вопрос. Почему не нужно бояться посвятить свою жизнь Богу? Хорошо познакомившись с библейскими нормами и приведя в согласие с ними свою жизнь, новые свидетели крестятся в знак посвящения Богу. Это не конец, а начало расширенного служения. Они делятся библейской истиной с другими. Обратите внимание, будет новая земля, рай, вечная жизнь под правлением Царства Бога. Только представьте, на земле восстановлен рай. Воскреснут миллиарды людей. Их нужно будет обучать Божьим путям. Нужно будет много трудиться, чтобы построить для них жилье. Сколько радости принесет новый мир! На всей земле будет царить покой и дух христианского братства. «Поднимите глаза и окиньте взором поля», — сказал Иисус. «Они побелели для жатвы». С тех пор, как Иисус произнес эти слова, были собраны миллионы людей, и жатва продолжается по сей день. Кого собирают в ходе этой жатвы? Искренних людей, жаждущих лучшей жизни на земле. Людей, которые развивают глубокую любовь к истине, старательно изучая Библию и добросовестно применяя изученное в повседневной жизни. Растет любовь к благой вести, вместе с тем растет и желание делиться ею с другими. Организация «Свидетели Иеговы» оснащена всем необходимым, чтобы нести благую весть всем народам до прихода конца. Чтобы удовлетворять потребности растущего числа людей, которые учатся у Иеговы, строятся филиалы, залы конгрессов и залы царства. Божий новый мир совсем близок, и, возможно, многие из этих прекрасных зданий и дальше будут служить центрами обучения. Это обучение продлится до тех пор, пока земля не будет наполнена знаниями об Иегове, как воды наполняют море.